Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. В акции участвуют высокопроизводительные, вернее, Apollo Light с 10-ядерным процессором, тонкий хамтом HT20 с защитой по стандарту IP68 и цельнометаллический Blue Maya Max с выделенным аудиочипом. Кроме того, магазин дарит бонусные купоны на дополнительную скидку. Итак, вернее, Apollo Light, хоть и является младшей моделью флагманского вернее Apollo, но при этом в нем установлен высокопроизводительный 10-ядерный процессор от MediaTek, а сам смартфон выполнен в прочном цельнометаллическом корпусе. Почти всю переднюю сторону занимает 5,5-дюймовый дисплей производства Sharp с тонкими боковыми рамками. Как и положено флагманам этого года, Apollo Light оборудован сканером отпечатка пальцев и универсальным разъемом USB Type-C. Вернее, Apollo Light получил 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 10-ядерный процессор Helio X20, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, а также с поддержкой карт формата microSD объемом до 128 ГБ, 16-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную камеру от Samsung. Аккумулятор емкостью 3180 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки и 2 слота для сим-карт. И HomeTom HT20. Большинство защищенных от воды, пыли и ударов смартфонов имеют достаточно крупные габариты и большой вес. Но недавно в представленном HomeTom HT20 производитель применил технологию полностью закрытой вакуумной сборки, благодаря чему аппарат получился тонким и компактным. При этом он защищен от ударов, а также от проникновения воды по стандарту IP68, что позволяет ему находиться на глубине до метра в течение продолжительного времени. HomeTom HT20 также защищен и от посторонних людей с помощью сканера отпечатка пальцев. HomeTom HT20 оснащен 4,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 на 720 пикселей, 4-ядерным процессором, 64-битным MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 16 ГБ, с поддержкой карт памяти объемом до 64 ГБ. Также 13-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера и 2 слотами для сим-карт с поддержкой 4G и аккумулятором емкостью 3500 мА. До 5 октября HomeTom HT20 доступен в ограниченном количестве по цене $99.99, то есть $99.99. Blue Maya Max. Если же вы привыкли к хорошему качеству звука, то Blue Maya Max непременно сможет вас заинтересовать. В этом смартфоне установлен наилучший аудиочип с усилителем NXP Smart PA, а также система независимого декодирования звука для поддержки уровня Hi-Fi. Корпус аппарата выполнен из цельного куска алюминия 6000 серии, защищен от воды и пыли по стандарту IP63. Также в Blue Maya Max имеется сканер отпечатка пальцев на задней стороне и разъем USB Type-C, позволяющий вставлять кабель любой стороной. Blue Maya Max оснастили 6-дюймовым HD дисплеем, прикрытый стеклом Corning Gorilla Glass 4, 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц, графический ускоритель Mali T860, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, 13-мегапиксельная основная камера Sony EMX214, 8-мегапиксельная фронтальная камера и аккумулятором емкостью 4200 мА, а также Android 6.0 Marshmallow. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.